Представляете, на середине съемки эта камера превратилась в кирпич. Она перестала работать, у нее сломался затвор. В этом видео я хочу рассказать историю своей проблемы, с чем я столкнулся. Может быть, кому-то это будет полезно понять, что с его камерой сейчас происходит и как решать эту проблему. И да, перед полной поломкой были звоночки, о которых я вам расскажу позже. Привет, друзья, с вами снова Андрей Сайфутдинов, и я хотел поделиться с вами сегодня небольшой неприятностью. У меня сломалась камера посередине съемки. Почему это небольшая неприятность? Потому что, во-первых, камера на гарантии, а во-вторых, у меня есть всегда с собой запасная камера, вторая камера точно такая же. Прямо во время съемки, и теперь включай, не включай, не работает, жалко. И знаете, что меня больше всего удивило? Что когда я сделал сторис об этой ситуации, что во время съемки у меня сломалась камера, многие фотографы профессиональные мне писали, и что ты делал, что делать в такой ситуации, что, вторую камеру брать, ой, надо вторую камеру себе заиметь. Вот, не только вторую камеру нужно заиметь, обязательно на каждой коммерческой съемке иметь, еще необходимо, чтобы ваша камера поддерживала две флеш-карты. И не только чтобы поддерживала, а чтобы писалась на две карты. Это обязательно, потому что все не вечно, все ломается. Вот. Может быть, злопыхатели, которые работают на Canon или Nikon, скажут, ага, вот, Сонька, говно. Да нифига, все ломается. И Canon ломается, и Mark IV. У меня есть история, как у меня точно так же поломался Mark IV перед, непосредственно перед съемкой. И тот Canon 5D Mark IV тоже был на гарантии. Это был гарантийный случай. Мне спасибо. В Москве быстро все отремонтировали. Замена платы была. Все, она работает. Молодец. Вот. И эта камера спустя полгода работы. Я так и не смог посмотреть, кстати, ее пробег, сколько она проработала кадров. Вот, ссылку мне скидывали, но не знаю, не работает она, не отвечает, сколько, какой пробег эта утилитка. Я ссылку прикреплю на всякий случай, интересно, как у вас работает. Нет, я кидал и JPEG, и RAW, и напрямую с камеры, и с HDD. Мне не показала эта программа ответ, сколько пройдено. Но что я хочу сказать? Sony не говно, Sony молодец. Многие пишут, что цвета говно, что вернешься на Canon. Да нет, ничего подобного. Купил вторую Соньку. Правда, Canon еще не раз продал. Хотел сделать обзор всей моей техники, выставить, подготовить. Ну, уже все коробочки достал, но все некогда. Нон-стоп съемки. И, кстати, по нон-стоп съемкам уже более 100 семей постоянно меня из раза в раз заказывают на все свои мероприятия. Начиная со свадьбы, беременность, выписка, крещение, дни рождения, годовщины свадеб и так далее. Вот. И я много-много об этом пощу, стараюсь, по крайней мере, много постить, далеко не все, как проходит бэкстейдж, как выглядит готовая продукция, все это у меня есть и в Инстаграм, и на моем втором канале YouTube, где проходят влоги, бэкстейджи, там, правда, и про путешествия есть, ссылки на все оставлю, подписывайтесь, добро пожаловать. И возвращаясь к этой поломанной камере, я еще вспомнил сейчас, что мне один из подписчиков, когда я рассказал, что я купил камеру Sony, он написал, что замучаешься теперь с сервисом. Что я хочу сказать по сервису? Сам, конечно, я еще не прошел сервис, не могу так точно сказать, что хорош он или плох, быстро или нет. Почему? Потому что в Ростове официального сервиса нет. И это, конечно, очень грустно. Но было бы еще грустнее, если бы сервис Sony в Ростове был бы такой же, как сервис Canon в Ростове. Вот, то есть никакой, а лучше бы его вообще не было. Вот, потому что Canon я все равно сдавал в московский сервис. К сожалению, я его обнаружил не так быстро, как хотелось бы. Сколько мне нервов ростовский сервис попортил и денег потратил. Вот. Сервис Sony есть ближайший в Краснодаре, есть в Москве. И как раз недавно мы разговаривали с видеооператором, который говорил, что у него запала кнопка записи. И он обратился на горячую линию, говорит, буквально через час приехал курьер DHL, забрал у него камеру, и все очень быстро, оперативно в Краснодаре отремонтировали, и также DHL привез ему в офис камеру. Вот, то есть он был доволен. Я тоже позвонил в поддержку Sony, меня очень внимательно выслушали, что произошло, как проявляет себя, да, подтвердили, что это затвор механический, и сказали, что я должен им по почте отправить
документ, подтверждающий покупку, ну, то есть товарный чек, чтобы они определили гарантийный аппарат или нет, ну, то есть серый или официальный РСТ-шный, и тогда курьер приедет и заберет. И, ну, конечно же, доставка — это все бесплатно за счет компании. И вот мне нужно выслать товарный чек, а я его не нахожу. Я его не сохранил. В коробке его нет, и где он, я не знаю. И я связался с продавцом GetLens, московская компания, которая мне с деком прислала камеру. И они мне предложили, чтобы они, их мастер официальный, отремонтировал камеру мне. Причем тоже доставка с деком бесплатно за их счет. Товарный чек я нашел, все нормально. И вот уже сегодня эта камера отправится к ним. И если вам интересно, я буду держать вас в курсе, что да как дальше, процесс ремонта, отправки, ну и так далее. И да, сейчас я вам расскажу про звоночки, те, которые камера мне посылала. Пару раз на предыдущих съемках выдавалась подобная ошибка. И я не придавал особо значения, выключал там, как аккумулятор снял, поставил обратно, и она работает дальше. Почему не придавал значения? Потому что, ну, на Canon тоже такое было, и выключил, включил, перезагрузил, и она поехала дальше. Такое было с Canon Mark IV, особенно если снимаешь Full FVU, и особенно если батарейка такая уже подизношенная, у меня там есть старенькая батарейка. Но, по всей видимости, не тянет она все, чтобы и экран обслуживать, и всю механику вот это вот поднимать, щелкать и так далее. Поэтому происходят такие ошибки. Вот. Поэтому я здесь как-то уже, ну, я уже к этому привык и не придавал значения этим ошибкам. Вот. Затем на вот этой вот последней съемке эта ошибка раз выдалась, потом через там 4-5 кадров снова выдалась. Я, ой, что это зачастила она, что-то не так. Ну-ка, еще разочек. На третий раз выдалось, тоже там в течение 10 кадров. Тогда я перевел в электронный затвор. Я не очень люблю в Sony электронный затвор. Он классный, он тихий, он выручал на крещениях, там еще что-то. Но проявляется роллинг шаттер. Я не снимаю тихо, спокойно и на одном месте. Так я снимаю только вот крещение, венчание, что-то тогда можно. Тогда я применяю тихий затвор. Ну а когда это семейная, динамичная или свадебная съемка, репортажная, то там невозможно. Постоянно в движении, и роллинг шаттер это очень часто попадается. Так вот, я заподозрил, что здесь сейчас дело в механическом затворе, и перевел в тихий режим, в электронный затвор. И камера спокойно себе работала, ну то есть вообще все не сбоило. То есть я спокойно снимал и снимал и снимал и снимал. Ошибок не было. Только я переключил опять в механический затвор. Раз ошибка, два ошибка, и все. Она больше не выходила из ошибки. Конечно же, с такими подозрениями, если бы вдруг у меня на этот момент оказалась одна камера, я бы уже в электронном затворе и доснял всю съемку. Благо, мне там вспышка на съемке не нужна была. Вот, к слову сказать, что электронный затвор не работает со вспышкой. Вот, и я бы спокойно в электронном затворе, в тихом режиме, и доснимал бы эту съемку. Но я знал, что у меня вторая камера тут же висит на разгрузке, и на которую я сейчас снимаю это видео. И поэтому приспокойненько ее уже, можно сказать, добил, эту камеру, этот затвор. И я сейчас ее буду собирать, упаковывать и отправлять в GetLens. Они мне уже прислали распечатать накладную, квитанцию, что-то такое. И сдать в СДЭК. СДЭК с меня денег даже не возьмет. Вот такой вот сервис интересный. Не знаю, как это работает, почему они так делают, для чего, просто для репутации или это как-то им компенсирует Sony. Для меня это, честно говоря, пока непонятно. По всем параметрам мне Sony нравится, по всем параметрам мне GetLens нравится. Не знаю, что мне не нравится, то, что нет сервисного центра
в Ростове с тем, чтобы можно было взять подменную камеру. То есть мне завтра, послезавтра, ну, короче, все выходные опять нон-стоп съемки. Сегодня вот нету фотосессии, поэтому я позволил себе записать это видео, хотя там очередь на обработку большая есть. Мне не нравится, что я не могу взять подменную камеру на время ремонта. По-моему, по закону должна быть подменная камера, но как ее в таком случае осуществить, это непонятно. Когда нет сервисного центра в городе, нет продавца в городе, ну то есть продавец в Москве, у которого я покупал. Вот, так что так. Пока буду без камеры второй. Вторая камера у меня будет Canon. Вот она. И вот она. У меня еще две камеры Canon. Я их так и не продал, так и не выставил. Сниму видеообзор техники зеркальной. И тогда выставлю все на продажу. Вот. Ну а пока спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, на мой лайв-канал, на Инстаграм. Желаю вам, чтобы вы себя чувствовали уверенно из-за того, что у вас есть вторая подменная камера. Если ее нет, срочно приобретайте. Это необходимо, если предоставляете профессиональные услуги. И, кстати, за все дублирование информации, винчестеры, флешки, камеры, я давно собираюсь сделать видео и, скорее всего, все-таки его сделаю, много чего собираюсь. Давайте подбадривайте меня в комментариях, что именно в первую очередь выпустить, записать. Вот. Ну а пока все. До новых встреч. С вами был Андрей Сайфудинов, фотограф в городе Ростове-на-Дону. И вот какое интересное дело. Я снял чехол этот свой коралловый. Здесь песчинка была, и она натерла мозолину. Вон, протерлась дырка прям. Надо с этим поаккуратнее, почаще, оказывается, снимать, прочищать от пыли, от грязи всякой, от песка. Отправлять буду в родной коробке, плюс еще одну коробку сделаю. Вот гарантийник есть, сейчас приложу гарантийник. Так, в родной пакетик упакую саму тушку. Аккумулятор у меня будет отдельно в пакетике. Тушка плотненько входит в свое родное гнездышко. Все, плотно закрылось, теперь осталось вот... Пакет я уже положил. Осталось сейчас в пупырочку заверну. Все, аккумулятор поедет в своем гнездышке. Неудобно одной рукой снимать и класть. Ну, как-то так, я думаю, нормально. Так, сюда положим. Сюда кладу гарантийник. Так. Вот, коробка родная. И дальше по схеме, как от GetLens так получал. Эта коробка кладется в эту коробку. Эта коробка кладется в эту коробку. И все будет круто защищено. Вот так. Вот здесь проложено еще. Отлично. И теперь эта коробка вот сюда. Вот там еще гофрокартонка по углам. Сейчас позапихиваем сюда, чтобы не болталось. И по этим углам. И все, закрываем. Именно в таком виде я получал эту камеру от GetLens. Крутая упаковка. Вот, они мне выслали файл, print order. Сказали, его нужно распечатать и предоставить в СДЭК, чтобы бесплатно отправили. Ну, то есть не бесплатно, за их счет. Десять минут до закрытия СДЭКа. Надеюсь, у меня получится отправить. Здрасте, отправить можно? Оборудование? Что за оборудование? Фотоаппарат. С оптикой? Без. Без. Тушка. Покажите. Чисто тушка, да? Угу. Целый. Что? Глазок целый. Глазок? Объектив никак. Это нормально. То есть это обратно, аккуратно складывать, да? Офигеть, всю эту упаковку мне пришлось скрыть, продемонстрировать, что это действительно фотоаппарат, что он целый внешний, и обратно все запаковать.